вытискать не хочет. Начали дохнуть, сволочь. Да. Падать, по крайней мере. Ну и отлично. Сюда. Молодец. Бонусы взял, не помню. А, теперь взял. Ну-ка, согрись. Молодец. И еще раз. Две бомбы ставит вместо одной. Thank you.
Как успехи это хоть? Там начал заново. А, из-за этой паузы долбанной? А ну, я какой-то что-то зацепил там-то. Знаешь, если файл, ну, нажимается, вот именно файл там нажал. Я понял. Обидно. А много хоть прошел тогда? Да хрен знает. Ну сколько же я играл это при тебе? Слепую, что ли, решил поиграть? Так а что тут с собой тренировали? Тем более тут пароль дают. Как продражу. Где-то уже толбанная дверь. А, наконец-то. А я 20-й прошел. Стой, падла. А бонус? Две поставил почему-то.
что? Не заметил. А идиота не заметил. Какой уровень? 24. Блин, надо эти носки, чтоб она убить. О, Верка. Дети, это еще куски дерьма. Блин, носки. Да, значит, как-то все более-менее реально просто. Угу. Конец был. Логично. Вечер бомбермена. Опять он где поставил? Достал уже. Где мой сраный бонус? Серьезно? Стопи, что его взял? Тут дебил. Сидел херней моется. Thank you.
Да блин. Музычка поменялась, вау. Причем две боже, блин, достал уже. Там уже кнопка залипать ничего. Спускайся, идиот. Блин, никакой, блин. Падла. Конечно, скотина. Клик. Еще не нашел выход, серьезно. Wow.
Крагас. В размен, блин. На две бомбы поставим. Там двери не выбил, значит. Опять две, блин, да что за... Кнопка западает, что ли? Углубленная стена. Кстати, уровней осталось.
Опять двушка. У тебя, в принципе, у меня же, по идее, этот костюм есть. Ладно, фиг с бонусами. Thank you.
Да, потихоньку это все-таки становится чуть-чуть уныло. Ну, я просто. Чем больше, чем дальше уровень, тем больше этих кирпичей. Я заметил. Какой же уровень? 36. Что? Ну так-то и мало. Ну, все же есть такое. Повезло чуть. Ай. Да, опять он под вес ставит, блин. Вот. Я не знаю, наверное, просто за зажатой кнопкой. Что? Просто за зажатой кнопкой. А. Ей не надо зажимать, ей надо нажимать отпускать. Так я не зажимаю, в том-то и прикол. У меня тоже по 200, если кнопку нажимаю. Ну, помного ставлю. Ага, так в том-то и прикол, что я не зажимал. Ай, ладно, без бонуса пойдем. Стоять.
Ай. Что, сейчас монетки пойдут, что ли? Пока нет. Что на подупа вечно квацать, лишь зажимаю, отжимаю. Что херово зажимаешь, отжимаешь? Да я-то хорошо. Ох, хотя, черт его знает. И мне 10 уровней осталось. Чуть не затроллили.
Блин, тут уже ладно, тут уже я спутал. Что случилось? А, кнопку перепутал. Не смертельно. Пока что. А дверь где? Я проверил, не действует на меня мой огонь. Отлично. Специально проверил или нет? Нет, не специально. Но теперь могу специально. Все, сейчас начинаем извращаться. Играем в Терминатора. Все, сейчас мы это быстро закончим. Я надеюсь, я сейчас хуйни не сделаю. Тут, блин, осторожничал. Не финальный? А ты же не знаешь. Да там количество уровня показано, не финальный. Конечно. Да. Все, теперь можно расслабиться. Блин, это я так с 30 уровня, по идее, мог. Дохни, срань, дохни. Бумбернатор. О, найс. Все. Осталось еще 6 уровней. Затроили.
Вот и закончились мои при. Вот и закончились мои эти. Что? Ага. Да. Почему очень тупо? Почему закончились? Ну, отняли у меня костюмчик. Мы играем с костюмчиком. Ага. Блин, я помню, я так тупо сделал это. Ну ладно. Интереснее будет чуть-чуть. Было. Да что он делает, блин, этот босс? Издевается. Чё начал за мной гоняться? Не сдох босс? Он облез, блин, падла. Что, дальше форма еще есть? Походу, да. Yeah.
47. Идиот. Чё, раз, два? Угу. Цепную бомбу решил сделать. Ой, да ладно, 45 жизней, в принципе. Так, хоть немножко интереснее играть стало. Что-то выбить. Свои бомбы могу обходить, ладно.
Господи, долбаная монетка. О. Все, этого мне достаточно, я думаю. Этого мне должно хватить. Черт, ну только нет. Сорок девятый. Идиот, поспешил. Все, опять тяжело. Ага, тут костюм. Сейчас надо его побыстрее забить. Блин, достал меня. Началось.
Опять я завтыкал. Идиот. Минус монетка, значит легче. Ну блин. Били. Что за троллинг, блядь? Пиздец, блядь. О, опять монетку убил. Ой, что за дерьмо? Пиздец, ну просто бентролит меня и все. Лол. Сейчас повезло. Нахуй пошел, блядь.
Так, костюм есть. Итак, с последней. А, не, еще бонус. И последний. Теперь, чтобы победить, мне осталось только найти выход. Все, пройдено. Поздравляю. Угу. И helping Bomberman to become a human being, maybe you can recognize him in another Gunzonsal game. Водораннер тоже гудзоновская игра. Водораннер гудзоновская игра. Какая? Ну типа от Гудзона. Кто я знаю. Блять. От Gunzonsal game. Ладно. Чё, не знаю, что такое Гудзон? Ну, блин, этот остров кто делал? Хадсон. Причём Гудзон? Хадсон, фу ты, блин. Ну, Хадсон, ладно. Блин, да. Я использовал твой английский. Использовал твой beautiful English. Даже не понял, что ты имел в виду. Не понял, что ты имел в виду. Ну вот, все остальные так же. Ладно, игра закончена. Я свою обрубаю. Так это Хадсон пилил Водораннер? Да не помню. Ладно. Бомбер пройден, хоть и с тупой, очень тупой смертью. Если он бомбер пилил, то, наверное, Водораннер. А просто тут чувак из Водораннера, по-моему. В конце титров. Ой, ладно. Ну да, прошел казуальщину. Остановить запись. Трансляцию. Ну, блять. Давай останавливайся. Ну, рожай давай.
рандил. Немножко beautiful English было. Где это нахуй? Ну, сейчас поссать схожу. Можешь зайти посмотреть, что у меня. Если меня убьет, будет плохо, потому что мне прокачка идти. Все, сдох. Зафер странили босса. Да, сдох таки. Стримит. Я? Не-не-не, это с тех, на кого я подписан. Я ну, как тебе Нессовский бомбермен? Ну, прикольный. Есть, конечно, доля унылости, которую я, блин, по своей тупости, конечно же, разбавил. Не, ну это этот по-разнообразно. Да. Ну, в идеале проходится почти спокойно, если не тупить. Ну, так и что ты хочешь от легких игр? Ну, как бы, то ради чего не херают, отдыхать всякого дерьма. Ну да. Ой, нет, ну... Что я сделал? Как очко оттяпали. Ну, только, по-моему, пихание бомбы тяпали. Пихание бомбы. Да. Да, не могу бомбу пихать. Эх, пихание бомбы тут хорошая вещь. Пихание бомбы. Что? Ага, так тут вот оно еще что. Нахрен.
просто думал, что я могу завернуть в левый низ. Оказалось, что нет. Видишь, там типа выемка снизу. Угу. Слева, да. Угу. Думал, там спрятаться сейчас могу. Нет. Враг, что может вообще лучше не трогать, хрен знает. Это разлетается на сколько частей. Видишь, тут какие нахальные враги. Не сдыхать с одного удара. Что там? Неприятная ситуация. Вот они вначале так делают. Кинули меня на начало прямо на врагов. Это вертолет, черт. Почти 2 часа прохо. У тебя? Угу.
Windows, что ли, запустить? Всего Бомбермена лицезреть ты не желаешь? Что-что? Бомбермена, которого я играю. Ну я вижу его на ноуте. Знаешь, там есть, по-моему, поворот на это. Так. Книги вроде идет нормально. Дальше. Убили. Без него медленнее. По-моему, да. Что за дебильный пауэрап я взял? Не знаю пока. 10 на 10 не будет. Черт, он вообще еле прется.
Ну ж не привычно, что они наконец-то появились бы не в этой, не в комнате босс раша. Ты немножко дальше. Угу. Совсем чуточку. Блин, зашибись, ну теперь меня убили. Кто-то хрюкнул. А второй бомбер сильно отличается на соски. Не особо. Уровней больше? Ну там, ну как? Там немного изменений нет. Там типа то, там по-моему 8-4, то есть 36 уровней. Но боссов там не будет, динозавров там не будет, ну то есть. Ты хочешь второй сыграть? Что? Не, ну не сейчас, просто спрашиваю. Тоже, он тоже легкотня. Надо же сыграть в игры своего уровня. Надо же сыграть в игры своего уровня.
чуть-чуть не успел, типа PB. Сколько процента примерно? Ну, пусть будет от 35-40. Я сам что это хреново ориентируюсь.
черт, нет. Ай, почти. Почти что? Почти вылез. Да что ж за комната-то такая? Бомберманис. А, блин, забыл. Ты же не знаешь, сколько тебе до конца. Блин, не слишком. Ну, блин, ну что это такое? Сейчас меня еще убьют, блин, придется переигрывать этот. Ситуация. Что, бомбер не такой уже казуальный этот? Да. Вот это чуть посложнее, чем те. Ну все, меня убили. Да ну комната очень какая-то там насыщенная врагами. Ого. И впрямь веселая комната. Ты бесконечная хоть? Ну конечно. Даже пароль есть. Да, только ни конт, ни пароль тебе прокачку не сохраняет. Сколько я понял. Москита, но
Ай! Не убило. Нет, блин. Вещи, вещи надо. Черт, мне сейчас еще время закончится.
Дошел. Убил не босса же. Что ты, блин? В легком месте-то. Почти. Так это прыжок там не можешь пройти один. Там просто надо, блин, бегать быстро, потому что там тебе надо завернуть. Ну, короче, скарабкаться наверх, вернуться чуть назад и вылезть. О, заставка какая-то пошла. Последний уровень, наверное. Thank you.
Все, игра пройдена. То последний уровень я дошел ферстраном, потом таки пришлось потренировать этого босса, потому что если в нем проиграть, откидывают на начало уровня. На этом.